расскажу вам о проекте «Межнац-акселератор». Это проект, который стартовал в ноябре 2018 года. Проект, поддержанный фондом президентских грантов. И основная цель его – помочь тем, кто реализует проекты в сфере межнациональных отношений, свои проекты упаковать правильно и получить поддержку. «Межнац-акселератор» будет действовать в несколько этапов. Сначала это презентации проектов, затем стартует уникальная образовательная программа дистанционного обучения, где в формате вебинаров пройдут различные лекции, мастер-классы от ведущих экспертов в сфере межнациональных отношений и управления проектами. Существует проблема. Проблема какова? Когда молодые люди, и не только молодые, имеют идею объединения людей разных национальностей, и они хотят реализовать ее, они порой не знают, куда пойти, что сделать, как правильно описать, чтобы получить поддержку и региональных властей, и своих единомышленников, собрать команду, как найти под это средства, как найти информационные ресурсы, чтобы всем рассказать об этом, как правильно выстроить коммуникацию, как стратегически выстроить свой проект, чтобы это стало максимально эффективным. Как раз в этом помогут наши уникальные эксперты с заявленными темами. И эти темы будут выложены на сайте Молодежной Ассамблеи Народов России, где уже сейчас существует раздел, который называется «Акселератор». И в этом разделе выложено описание проекта, ссылка на регистрацию, которую вы можете увидеть ниже. Также здесь будут выложены мастер-классы и вебинары в свободном доступе. Конечно, лучше всего перейти по этой ссылке и зарегистрироваться. Затем нужно будет посещать эти вебинары, где вы можете задавать вопросы, где вы можете консультироваться по своим проектам с экспертами. И даже если вы пока не знаете, какую идею вы хотите реализовать, то там вы сможете пообщаться и с экспертами, и с единомышленниками в разных регионах России. Этот проект всероссийский, и все регионы будут задействованы в обучении. Также частью проекта станет обучение в формате офлайн, когда эксперты будут консультировать непосредственно в регионах Российской Федерации. Я уверена, что этот проект поможет и молодым ребятам, и тем уже устоявшимся, известным и давно работающим национально-культурным автономиям и организациям улучшить качество своей работы, привлечь молодых людей в свои мероприятия, может быть, выстроить стратегию в соответствии с веянием времени, тогда, когда все быстро меняется. Сейчас молодежь все больше настроена на то, чтобы общаться в быстром формате, в формате мессенджеров. Конечно, здесь очень остро встает вопрос управления проектами. Это также будет уникальной частью межнац-акселератора, где управление проектами будет разбираться очень подробно. И мы приглашаем всех в акселератор. С нами будет интересно и полезно. Молодежная ассамблея народов России. Мы россияне.